тихо, тихо. Мороз, костерок, огонь. Ребятушки, всем привет. Наконец-то у нас с вами открытие сезона зимней рыбалки. Уже скоро Новый год на дворе, мы все никак не откроемся. Время у нас сейчас 6 утра. Мороз 15, мы приехали на жерлице ловить. Я не знаю, этот товарищ позвал. Всем привет. Что из этого выйдет, хрен его знает. Еще и ветер. Так что на улице еще темно. Пойдем мы смотреть лед и расставлять жерлицу. Пошли. Кто столько набрали? И хоть бур расчехли. Хоть... Посмотрим, лед какой. Вот рыбаки, не спится ж дома, блин, дуракам. По такому морозу. Ну, давай, первая лунка. О, да тут уже льдяка. Ну, пойдем дальше. Так, ну что, начнем. Потом, ребят, сделаю обзор на вот эти жерлички. Блин, самые классные. Самые отменные. Жерлички вообще красота просто. Мороз, конечно, сегодня. Ух. Просто ух. По-другому никак не назвать, кроме как ух. Упс. Глубоко. Так. Где наши добровольцы? Сейчас пока поставишь, руки околеют. Ныряй, сударь. Ну, собираю, ребят, крайнюю жерлечку. Мороз с ветром. Это, конечно, еще то удовольствие. Выставил 10 штучек. А нам больше и не надо. Еще у меня про запас есть 5 штук. Мало ли что там сломается. Оп. И живца у меня сегодня карась. Ну все, ребят, расставили. Конечно, я расставил жерлицы. Серега еще ставит. Поставил 10 штучек. Они уже тут замерзли, бедолаги. Да, рыбаки, конечно, народ интересный. Пятнаха мороза. В городе была, тут, наверное, все 20. Плюс ветер. У нас открытие сезона. Хорошо, я себе вот эти вот светоотражающую ленту пришил. Наверное, попозже сниму обзорчик вот здесь. То есть, когда она жерлица заряжена, ее не видно. Вот смотрите. А когда флаг поднимается, тогда видно. Отражается она хорошо. Ну, ребят, первая поклевочка. Тихо. Мотает, хорошо мотает. Я псикал бы. Все. По зубам? Что, не? Ну, первую поклевку уже хорошо. Ладно. А вымотал это? Да вымотал нормально, слышишь. По
Пойду свои жерлечки продерну. Еще одна поклевка, ребят. Щука просыпаться начинает. Да что ты мигаешь так? А у меня молчит пока. Ну. Да что, блин? Надо что-то делать. Что, опять принял? Что, есть? Трава? Ну, нормально. Травы. И, видишь, на поводок, на... Да и тут вот везде трава, ну, что ты хотел. Ну, ребят, когда ловите на жерлице, время от времени, там уж раз часа в полтора, проходите, живца продергивайте. Особенно это, если где-то есть трава, живец в траву залезет и... А вы будете ждать поклевки. А пока вот у Сереги было две поклевки. И все. Прям одна за одной. На соседней жерлечке. У меня пока еще ничего. Прошел все жерлицы, пока продернул. Вот, пожалуйста, живой пример. За что ты там зацепился? Смотри, глубины поменьше сделаем. Иди. Иди, кому говорю. Лови щуку. Молодец. Поклевочка. Чуть ли не на самую дальнюю жерлицу. Ну, выстрел слышно, блин, просто ту-ту. Нечего. Не мотая. Я пробовал что-то красить, что-то мне вообще не зашло. В том году у меня... Да не. Подматывает. Заматывает обратно. Только что-то слабо. Тихо. Его мелкий. Нормально обмотало бы. Так мотало бы. Ну, постой, подумай над своим поведением. Был живца сразу взять. А я б секал. Ты уже два раза секал. О, пошла. Я б секал. Тихо. Оп. Ты, по-моему... Тихо, леску, блин, сучка сошла. Неплохая была. Угу. Была неплохая. Что-то она прям уперлась, блин. Угу. Стала собака. Ну. Ну, я ее видел немного. Да я видел. Я видел тоже чуть-чуть. Ой. Ну, ничего страшного. Надо за живцом топать. Ребят, опять поклевка. Но пока не мотает. О, стоило пошевелить, так замотало сразу. Тихо, не газуй. Ну, там же тормоз есть. Кольцо скинул, смотри. Ух, руки мерзнут. Ну что, хватит засасывать тебе. Сударыня. Так. Ох, траву. Подрал? Не. Ну, вот. Трава. Трава, наверное, сейчас сильно высокая. Блин, задолбала эта трава.
Надо было секать, когда она мотала. Наверное, да. Ну, поклевки есть, уже радует. Это уже радует. Караси бедолаги, вон, околели. Давай я тебе покрупнее поставлю. А может эти шкендики, Вась, таскаю? Да, может быть, да. Выбрались. Нормальные люди вот теперь ездят за жерлицами. Они приехали минус 20. Хотя у меня в том году, раз я тоже, поклевка стоит, не мотает, не мотает, не мотает. Сёк, а там трёшка. Это неактивная. Либо маленькая. О, видишь, маленькая. Наверное, хватит тебе уже. А то ты сейчас глаза вылупишь. Что-то. О, господи. Вот ты и не мотая. Это живец все живой. Ну, сезон открыл. Тем не менее. Такую мы, конечно, брать не будем. Тихо. Да подожди ты сейчас. Да стой ты. Холодно, блин. Мне тоже холодно. Ну-ка, иди домой. Иди. Иди за мамкой. Шрабикусы. Вот вы, наверное, тут и долбите. Мотая, не мотая. Тем не менее, руки об рыбу уже вымазал. Живцов не считать. Ребят, следом у Сереги поклевка. О, о, мотая. Ты не в камыш там мотаешь? Ну, это нормально мотает. На эти, на паленые жерлицы, да? Ох, блин, руки мерзнут. Нифига себе мотаю. Я бы секал бы, наверное. Такая же? Что, завела? Ну, чуть-чуть побольше. Едовая, я думаю, да? Ну, грамм 700-800. Пальцы только расхерячил. Да ты куда секаешь так? Да, вот тебе и шрабикусы. Сейчас жуца возьму. Решил одну жерлицу под камышек переставить. Ох, ледок тонкий, блин. Страшно. Рыбаки отчаянный народ, конечно. Плыви давай, шлангуешь там. Во. А солнышко встает, гляньте, какая погодка. Мороз и солнце. День чудесный. О, мороз давит. Все, поехали обратно. Опять у Сереги загарчик, пока я переносил свою жерлицу. На ней уже у него была сегодня. С такой, с неохотой. Ну, давай чуть-чуть. Ты, наверное, шипзик. Не, он там тебя нормально мотало. Ну да. О, о. Ну-ка, что там? На окуня похож. Ну, еле-еле-еле. Душа в теле. Пошла. Это такая. Нифига ты ее напугал. Ты ее секаешь. Григорянчик. Стой, 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 дружище, стой.
так, вот так и стой, стой. О, все. Ну давай. Малышей домой. Ликвидируем. Опять загарчик, ребят. У Сереги что-то она как-то выходит по две штучки. Две поклевки есть, потом минут 20 тишина. Опять, блядь, крупная, опять, ребята, крупная. Опять крупная не мотает, да? А-а-а. Да, наверное, опять сазан. Крупный. О. Два раза крутнуло, да? Или живец поплыл. Ну, пробуй. Кто там? Отмотай чуть-чуть. Че, не? Никого нет. А карась? Ребят, две поклевки у Сереги сразу. Вот одна, вон где он. Тут мотает. Тут поматывает. А там что? Надо его обуривать. Ну это тоже вот три раза крутнуло. Нифига себе, прям бах-бах. Это эти твои паленые жерлицы, которые. Ага. У меня когда мотает. Нет, та ни хрена не мотает, та стоит. Ну. Так, что ж вы такие крупные? Да, не густо, не густо. Пойду я к той тогда. А хорошая щучка что-то молчит. Что-нибудь делать будешь? Да молчит. Опять, ребят, подъемчик. Самое-самое крайнее, которую я последнюю переносил. Где лед 3 сантиметра? Да, где лед тонкий. Ну, давай, трешка. Ни хрена себе ты тут поразмотала. И ты в баню. Мелочь пузатая, наверное. Ну-ка. Что-то позавела. Что там, живой? Тут еще карась, наверное, больше. Кто там тебя испугал? Карасяка тут прям. Ну, у меня ж тут. Ты что думаешь, у меня не клюют? Дети, как у тебя. У меня живцы, можно их жарить. Хожу. Ох, лунки мерзнут. Пробиваю. Расшевеливаем живцов, чтобы они там не спали. И то, ребят, шипзики. Одни шипзики. Лах поднимет. Чуть-чуть он там сможет крутнуть. И все. Вот хорошую размотку у меня была с утра, которую я подержал. Этот достал, куда ты там вечно залазишь, скажи мне. Подержал одну. И у Серёги также. Oh.
и лук, и чеснок, ё-моё. Что, давай нанижем сначала, да? Так. Готовим. Ну. Применение баграм. У меня есть, что шашлык будет. Мясо. А у меня есть и простое, и копченое, и сальцо. Ножик нужен? Люк, лук. Да лук у меня вот он. Ё-моё. Что швейцарский стол? Главное, чтобы мамка не клюнула, когда у нас заняты будут багры. Ничего, пусть грызет. Так, это сюда. Не, это обратно. Сосиски дубиные. Отсосал, а то примерз. Ребят, пока пытаемся развести костер, есть поклевочка. Не-не-не, мотает. Давай. Сколько тебе ждать? Нет. О! Ага. Не, даже и по зубам не дал. Дай мне. Все. Иди. Сейчас перезаряжусь. Маленький занимается фигней всякой. Иди. Ох, живцы бедолаги, позамерзли. Как вас отковыривать? Пацкий шампура. О, на свой шампур. Давай быстрее, это еще прогорит, ничего не пожарим. Нам еще хлеб жарить. О, красота. Мороз, костерок, огонь. Тихо. Покапало. Ну. Щука учует. Ага, сейчас щука почует запах колбасы и попрет. Оп. Еще хлеба еще. Ух, шкварчат. Ну, хоть где-то багорики. Не на рыбе. Хлеб замерз, все бы позамерз. Все. Лук, наверное, мы будем плой есть. Мой что-то вообще замерз. Красота. Только ради этого можно сюда ехать. А вон мужики сейчас на запах придут. С бутылками. Опять у Сережи поклёв. У нее сегодня поклевки однотипные. Клюнула, чуть размотала, бросила. Круть. Нафиг. Хоть лунку ногой пробей, что ли. Да не, крути. Секаю уже, что ты. О! У тебя сегодня одногодки. Такой же шкет. Ну да, грамм 700. Наконец-то. У меня поклевка. Но она все равно не мотает.
Дай лица. Да я повернулся, на нее смотрю, она подпрыгивает аж. Ну, а мотать-то будет. На, а то вдруг тебе там тесно. Ну, карась этот флаг, он все равно не подымет. Это карандухи маленькие. Это маленькие карандухи. Издеваются над карасями. Рыба! На месте стояла. Стояла под лункой. Домой, Вася, мне домой. Да подожди ты. Достала. Да ее, знаешь, как жжет, особенно когда вот ты горячий рукой. Я сейчас ее обожгу. Да ё-моё, что ты бешеная какая-то. Да ты посмотри, блин. Что там? Ликвидация. Да что, я отпущу ее, что ей делать? Ну там маленький, засасываю. Ну самый голодный. На, и карась тебе останется, дома съешь. Иди, шпингалет. Мамку позови. Ага, хоть кого-нибудь мамку уже позовите. Вот такие, ребят, сегодня мелкие щукари. Сегодня две штуки поймал, две штуки выпустил. Да что им и такими делать? Там в нем есть нечего. Опять, ребят, поклевка. А вот это у меня целый день стоит. Ни одной поклевки. Не. Как выстрелило. Так и все, в лесочке он чуть скинуло. Ага. Хрен там. Куда там? Фигушки. В лёд засадил грузик. О, да ты там за дно за какое-то. Нет, там на дне что-то было. Типа коряги. А тут что? Я видел, ты поймал, да? Мелкую. Все, отправил домой. Ну, угощайся тогда живцами. Ну что, ребят, будем заканчивать мы нашу рыбалочку. Открытие сезона у нас состоялось. Было поклевок у нас, наверное, 15. Одна у меня утром хорошенько сошла. Потом еще поклевки были холостые. Ну, такое впечатление, что она взяла, чуть протащит и бросает. И двух штук я таких небольших отпустил. У Сереги сегодня, конечно, получше было. Ну, тоже холостых поклевок очень много. Он три штучки взял, такая грамм. 700, 800 где-то такие. Ну, это мелочь. Мелочь вот это вот дёр, протащит, бросит и все на этом. Ну, и то, сколько ждали мы этот лед, результат обалденный. Губы замерзли. Погодка, конечно, нам сегодня выдалась. Ух, особенно когда приехали. Мороз, холодина. Надеюсь, рыбалочка наша была интересная. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока.